Эрих Фрид, Вена, Австрия, 22 ноября 1988 года, Баден-Баден, ФРГ, австро-британский писатель, поэт, журналист и радиоведущий. Биография: родился в Вене, в еврейской семье, его отец был замучен гестаповцами в 1938 году. С 1938 года жил в Англии, в эмиграции, дружил с Харальдом Брайниным, с 1949 года британский подданный, работал на BBC, похоронен в Лондоне. Не на кладбище Кенсал Грин. Жена: Екатерина Фрид, автор книги воспоминаний «Долго ли, коротко ли». Несколько стихотворений Фрида положил на музыку Ханс Вернер Хинце, избранной публикации «Ринкранд Инктер Инсалдетунте Ин Матчен» роман. «Рех Дерстейн, Зиклиш Джидишт, Анфетчунген, Джидишт, Ди Фрейхейт, Ден Мунтов Сумачен, Сукам и Чантер Ди Деутшен, Джидишт, Джидиштон Ватерленд, Уорн Джидишт, Фон Бис Наксейт, Джидиштаус, Ден Джарин, 1945-1958, Джисамилт Уэрк, 4 банд, Эсэйства Сэзист, Джидишт, 100 Джидиштон Ватерланд, признание, литературная премия Вены, Бременская литературная премия, Австрийская государственная премия, премия Георга Бюхнера и другие награды, стихи Фрида в русских переводах, Эрих Фрид, избранная лирика, М. Молодая гвардия, 1987, перевод с немецкого Вячеслава Куприянова, переводы Вячеслава Куприянова, переводы Вячеслава Куприянова.